Объединить волонтеров и рассказать о том, что за люди живут в нашем городе и какие добрые дела они делают. Это главная цель акции «Неделя добрых дел». После пережитого локдауна волонтеров стало значительно больше, причем в добровольчество идут не только подростки, которых привлекает в первую очередь общение. Все больше взрослых людей присоединяются к волонтерским движениям. Здесь суть всю, целую неделю как можно чаще и больше рассказывать об этих активностях, напоминать о том, что люди, которые, может быть, сомневаются, стать добровольцем или нет, они могут ими стать, и это не сложно стать, но это очень благородно, ответственно и классно. И при этом люди, которые, например, когда-то сомневались, делать доброе дело или нет, в принципе, могут вот... Весенняя неделя добра это может стать таким хорошим стимулом. Календарь весенней недели добра традиционно приурочен к определенным датам. Под нее как раз попадают праздники, которые соответствуют тематике добровольчества. Это и День донора, День земли, День заповедных парков, День солидарности молодежи и так далее. На неделе добра проведут экологические, благотворительные акции, акции помощи приютам для животных и множество других активностей в сфере добровольчества и взаимопомощи. Традиционные мероприятия в рамках весенней недели добра мы убираемся. При этом в этом году мы решили предложить чаще всего молодежь, да, ну, чтобы она не воспринимала эту уборку как обязаловку, мы решили им предложить убраться в интересном формате. Это будет всероссийский такой опыт. Мы его попробуем в Сарове 23 числа. Это будут чистые игры. Люди будут убираться, молодежь будет убираться, но очень в интересном формате. То есть на выходе мы получим чистые газоны, но это будет немножечко не так, как это обычно происходит. Людям должно быть интересно это делать. Завершится неделя добра 27 апреля. В этот день в муниципальном ресурсном добровольческом центре на базе молодежного центра пройдет день открытых дверей. Организаторы познакомят посетителей с добровольческими объединениями города и подведут итоги акции. Самые активные участники получат благодарственные письма. Сейчас идет прием заявок от саровчан, желающих сделать какое-то доброе дело. У нас сейчас идет, так скажем, заявочная кампания в плане того, что мы всем желающим предлагаем заявиться на эту неделю добра, заявиться, рассказать о том, что вы планируете делать какие-то мероприятия, вы хотите сделать, вам нужна помощь, вы думаете, но не знаете как. Вы уже, в принципе, готовы сделать доброе дело и готовы о нем рассказать. С нашей стороны полностью информационная поддержка, ресурсная поддержка, то есть можем помочь, подсказать, рассказать, сопроводить любое мероприятие. Заявить о своем участии можно, заполнив форму в группе «Саров молодежь ВКонтакте». Там же можно узнавать о всех активностях и мероприятиях весенней недели добра. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.